Несмотря на то, что в городском конкурсе «Учитель года» всего две участницы, конкуренция здесь не шуточная. Каждая из педагогов достойна почетного звания. И женщины доказали это на пути к финалу. В рамках заочного этапа Марина Кудряшова и Наталья Цветкова продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и творческие способности. Это был заочный этап, он оценен экспертной группой. Вот уже подсчитаны все баллы, но они будут озвучены уже в конце нашей сегодняшней процедуры, потому что участникам предстоит пройти еще 3 конкурса. Участницы показывали визитную карточку, проводили с аудиторией мастер-классы и отвечали на сложные вопросы жюри. По итогам конкурса победителем стала учитель географии лицея номер 15 Наталья Цветкова. Наталья признается, что к конкурсу готовилась серьезно. Читала образовательную литературу, разрабатывала авторскую презентацию, готовила мастер-класс по географии. Естественно, это очень волнительно, потому что тебя оценивают коллеги, которые сами работают в школе и знают не понаслышке о проблемах, о том, как можно организовать образование, да, построить урок и какую-то другую деятельность воспитательную, например, организовать. Поэтому это всегда очень ответственно. Лауреатом конкурса «Учитель года 2019» стала преподаватель русского языка и литературы школы номер 14 Марина Кудряшова. До победы ей не хватило несколько баллов. Моя работа оценена тоже по достоинству, все-таки я лауреат, это тоже немаловажно. И учитывая, сколько учителей принимает участие в этом городском конкурсе, поэтому все хорошо. Участницам финала городского конкурса вручили дипломы и ценные подарки. Фотография победителя появится на доске почета на площади Ленина. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.